стойка, выпад, атака. Движения Михаила предельно отточены. Воспитанник Одинцовской спортивной школы Олимпийского резерва по фехтованию одержал победу на региональных соревнованиях «Дебют». Юный спортсмен занял первое место среди 120 участников. Это были личные соревнования, то есть там, к примеру, ты, если проигрываешь, то все, ты вылетаешь. И какой-то... Когда ты выходил на поле, было как-то страшно. Свой страх Михаил побеждает каждый раз. 5-6 тренировок в неделю, ОФП и подготовка к соревнованиям. 11-летний фехтовальщик мечтает о спортивной карьере. В этом ему помогает поддержка близких и, конечно, тренер Любовь Васькина. У них с тренером настолько тесная взаимосвязь, что Михаил беспрекословно делает все, что говорит ему тренер. И, наверное, в этом залог успеха. Такой вот внимательный, целеустремленный ученик и тренер, с которым они совпали. Михаил занимается фехтованием уже 6-й год. Мотивирует наградой, признается юный спортсмен. Их у него уже целая коллекция. Первые соревнования были на 2-м годе обучения. Мы самые первые. Тогда 2-е место сразу занял. Всех не вспомню, но вот в этом сезоне еще удачно Смоленск был, 3-е место тоже. Но в основном постоянно в восьмерке я, или в 16. Работы впереди очень много. Михаил настроен на высокие достижения. А пока готовится к новым соревнованиям. В феврале он поедет покорять Казань. Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».